Народный контроль набирает обороты. Сегодня состоялся очередной рейд по киоскам и нестационарным магазинам, в которых запрещено торговать пивом и другой алкогольной продукцией. Итак, не все еще предприниматели в Ноябрьске поверили в силу закона, ограничивающего продажу пива и алкогольной продукции, а также в неотвратимость народного контроля. Однако борцы за честную торговлю и сегодня появились там, где их не ждали, и обнаружили в маленьком магазинчике ящики с запретным напитком и еще отдельно стоящие бутылки с ценниками, которые красноречиво говорят о том, что пиво приготовлено явно не для возврата поставщикам, а для любителей пенного. Еще в одном киоске пиво в бутылках не оказалось, а вот в специальных упаковках, готовая к розливу, пожалуйста, стоит на прилавке. Точнее, стояла, так как к этому часу в присутствии понятых пиво изъято из розничной сети. Хочется отметить, что наряду с двумя примерами со знаком «минус» один был со знаком «плюс». Есть в городе ответственные предприниматели, которые и к букве закона подчиняются, и о покупателях заботятся. Народный контроль отметил, что здесь по всем правилам оформлен уголок покупателя и соблюдены другие правила торговли.